А можно хлопать? Переполненные маршрутки, номер 325. Ехал я в волнении жутком, все боялся опоздать. Мимо парков, мимо скверов, мимо лодок на реке, мимо милиции, курьеров с пёстрой палочкой в руке. Словно кики в тесной банке, мы трясемся по Москве. И как водятся гражданки в абсолютном большинстве, и как правило в России все гражданки хоть куда, хоть и видел я другие государства, города. Немцам, шведам и арабам говорю я без затей. Наши, простите, бабы лучше, а бы наши бабы веселей. Да и каждая вторая королева красоты, ведь не зря ж моя родная, я везу тебе цветы. Но куда же подевались из России мужики? Потерялись, разбежались и спились от тоски. Даже вот в маршрутке этой только трое нас мужчин. А побритый и с букетом так и вовсе я один. Даже вот в маршрутке этой только трое нас мужчин. А наглаженный с букетом, с новой песнею не спетой, или сияющий при этом, так и вовсе я один.